Друзья, добрый вечер. Всех приветствую. Всем мира, добра, хорошего настроения. Вот пришел я по адресу. Зашли мы в сарай, в подвал. Смотрите, вот такую вот икону мне предлагают выкупить. Она большая, примерно где-то размер 40 на 35. Смотрите. Я еще вчера ее смотрел, но такая вот произошла неловкая ситуация. Упало у нас стекло, и стекло разбилось. Видите, она без стекла. Ну, понятно, что это вот фольга. Вот фольга. Видите, я после работы прибежал. Фольга. Ну и, видите, письмо по дереву. Вот, лик Иисуса Христа. Ну, состояние неплохое. Как бы лик и само письмо сохранилось очень даже хорошо. А вот обратная сторона Киота немножко, конечно, шашель ее побил капитально, друзья мои. Вот такая вот икона. Давайте я вам вот покажу всех сторон, всех ракурсов, чтобы вы могли хорошо ее рассмотреть, посмотреть и вот дать свой комментарий. Потому что вот владелец говорит, что это, ну, понятно, что это осталось от бабушки, от дедушки. Ну, это примерно это 19 век. 19 век, и человек хочет за нее 480 гривен, правильно? 480 гривен. Вот я думаю, покупать, не покупать, потому что, друзья, вы знаете, что я нахожусь в командировке в другом городе, в другой области, и мне 400 с чем-то километров везти ее домой. Понимаете, я просто боюсь ее везти, как бы не повредить, как-то не разбить ее, и вот не нести какой-то такой вот, какого-то такого дефекта. Видите, вот такая вот икона. И вот еще хочу показать сейчас. Хочу выкупить вот такая вот, видите, это самое, как называется она, лампадка. Лампадка, да, лампадка. Вот такая вот бронзовая старая лампадка. Ну, тут не хватает деталей, видите, латунных деталей. Ну, и вот такая вот милицейская для униформистики. Милицейская пилотка. Вот такая вот милицейская пилоточка женская. Ну, это уже кокардочка, видите, наша украинская, трезубец. Вот такая вот старого образца милицейская пилотка. Ну и, Анна Сергеевна, покажите мне этот китель, я еще китель сниму. Тут еще один такой китель, но мне просто интересно, вот, ну я думаю, что это какой-то дембельский. А ну положите сюда на стол, я сниму, сейчас покажу. Мне просто что вот показалось, смотрите, вот так он, воротничок, как бы вот старых таких кителей послевоенных, видите. Ну я думаю, что это дембельский все-таки китель. Маленький такой размер, стоящий такой, видите. Стоячий воротничок. Мне кажется, все-таки, что это дембельский. Потому что год мы плохо читаем, не обнаружен год. 89-й или 69-й мы так и не поняли. То есть, вот получается. Я думаю, что есть любители униформистики. Они скажут. Ну и, конечно же, дадут свою какую-то такую точку зрения. Так что пишите, напишите в своих комментариях. Хотел показать еще велосипед старый. Можно, да, Сергей? Друзья, вот мы сейчас находимся в подвале. Сейчас я вам покажу еще. У Сергея здесь у нас такой вот старый велосипед. Тоже хочу, чтобы, не знаю, видно, не видно вам. Смотрите, вот такой старый рама от велосипеда. Колес не сохранилось, к сожалению. Видите, вот сама рама. Видите, вот такая вот рама. Здесь смотрите, какой вот руль. Видите, какой старый руль. И мне что понравилось, что здесь вот такой вот шильдик, смотрите, вот такой вот шильдик, сейчас я сфокусирую, вот такой вот шильдик, интересный, знамена СССР, МВЗ, по-моему, здесь, ну, плохо читаемо, тут только вот шильдик, вот такой вот классный такой шильдик, смотрите, друзья, ну, вообще бомбезная вещица, на реставрацию, да, Сергей, наверное, его? Да. Ну, вот Сергей будет делать реставрацию, ну, такая интересная музейная вещица. Классный велосипед. Классный велосипед. Супер. Все, друзья, будем заканчивать. Пишите комментарии. Жду ваших комментариев. Все. Хорошего вечера. Пока. Удачи. Пока.